Хорошо, стоп, Мате. Значит так, сейчас партеры борются. Садимся на колени и борются. По борьбе дзюдо. Это значит болевой на руку, удушающее, удержание. Удержание это ипон, но взяли удержание. Считайте уну, дой, крей, патру, чинь. Все. Не отпускаете, переходите на другое удержание. Удержание сбоку. Удержание верхом. Это 10 секунд. Удержание с другой стороны сбоку. 15 секунд. Так? И удержание со стороны головы. 5 секунд. Вот тогда чистое удержание, тогда вам упон. А если вы сделали одно удержание 20 секунд, я не даю. Ну, болевой удушающий, да. Женечка, перейди, пожалуйста, уши, шею разовей, перейди к нему. Сюда, Николай. Сюда. Это. Андрюха. Сюда, к нему. Так, сейчас будем бороться в партере. Сели. Поклонились. Чтобы с удержания получить упор, нужно выполнить по 5 секунд 4 удержания, 4 разные позиции. Болевой, чтобы был упор, для этого нужно сделать на правую руку и на левую руку. Чтобы удушающий был упор, нужно задушить. Один раз. Хаджима. Стоп, Мате, я извиняюсь. Это последнее, что я говорю. Удушающий. Вы в финале, чемпионат мира, Олимпийские игры. Вы боретесь в финале. Вам делают удушающие. И вы заснули. Вас привели в сознание, вы встали. Еще раз. Сказали, ничего не видим, значит нету. Что будет? Дисквалификация. Не только дисквалификация. Ты лишаешься любого места. Если ты заснул, кроме того, что дали репорт, ты все. Вообще соревнования снимаешься. Все схватки твои аннулированы. Поняли? Джек! Чуть-чуть подобайся, это не расслабляй. Раз, два, три, четыре, пять. Следующий. Макс! Макс! Я жду! Петь! Куда вы видно идете? До магазина быстро, хочу кушать. А что, ты не обедаешь? Я обедаю, ну мне просто все хорошее кушать. Только какой-то. Петь и пусть заходит. Хорошо. Сверху, сверху, Ваня. Сверху, Сеня. Андрей, на ковре боремся. Да, на ковре боремся. Что вы за ковром боретесь? Еще раз, вот это я лучше рассказать. Я как судья, я не знаю, что ты бьешь плохо. Нет, я не знаю, что ты бьешь плохо. Но я видел, поэтому я не взял его. Ну, нет, просто чтобы ты знал, надо делать так, чтобы судья не понял. А, вот видишь, какая интересная деталь. Я это закон. Когда удержание не считается. Ты будешь сюда. Ты отзывался. Хорошо? Мате, вопрос. В партере можно хватать за ногу или нет? Дзюдо. Объясняю. Это партер или нет? Да. Вот это партер? А вот это? Тоже. А вот это? Тоже. Так партер только вот это. Вот это? Отсюда можно бросать. Главное, чтобы вы встали с колена и идет бросок. Еще раз. Вот это
не парка, это стойка. Отсюда можно бросок делать. Ты можешь мне бросать, если ты стоишь в стойке, отсюда делаешь бросок, он считается. Еще раз, если я нахожусь на ногах, тогда нельзя. Если я нахожусь в этом положении, то есть в этом я могу бороться, да, могу брать ногу. Но если я в стойке, вот ты встань, пожалуйста. Вот ты стоишь так, а я стою так, и ты стоишь. Поэтому я не имею брать тебя за ногу. Если мы оба на колени, на одну или так, то тогда можно. Отжимаем. Пошли. Затащить, задушить. Ваня, руки убирай. Локти много. Хозяйство, локти. Стоп. Здесь стоп. Стоп, иди сюда. Иди сюда. Что у тебя с руками? Ты можешь? Вот партнер, да? Вот он лежит. Возьми его здесь. Себе. Все, ему очень тяжело. А если ты берешь тень, то еще у тебя рука ломает. Пошли. Держать коляни. Стоп. Аккуратно, Андрюха. Аккуратно. Пять. Ножку положить. Пинай. Сел сверху. Нет, верхом удержание делаем. Отсюда. Готово? Вот отсюда, если ты прижмешься, будет удержание. Он может перевернуть. Поэтому признали, прижался, а потом есть возможность. Сразу в бок ушел, сразу идет сюда. Отжимай. Ногами. Чепонятку отсюда. Да. И бросок будет считаться. На руку делай, вот она, делай по-другому. Вот отсюда, вот, выпрямляй. Одной ногой отталкивайся на него. Вот отсюда, смотри, душа еще можно было. За палец смотри. Никто не видит. За палец смотри, не отпускай, ты что? Ну, ага, вот и сразу раз поменял. Стоп, вот. Руку одну вытащи. Вот отсюда, больной сразу надо делать. На правую руку или на левую, надо сразу дома. Идти в сторону. Стоп, не двигаться. Видишь? Ты отсюда, а нужно вот сюда уходить. Так же. Где вы боретесь? Вы боретесь за ковром, значит там надо. Вы сюда. Заправились. Сразу, Матэ, что делает? Встали и заправили. Что вы сидите на колени? Ванюша, жив? Хорошо. Ты должен ему животом ложиться на лицо, чтобы он дышать не мог. Ты не сможешь, но он точно не сможет. И еще раз. Локоть лечу. Старайтесь всегда зайти вот сюда, назад. Только руки не сюда, а вот где-то здесь, вот отсюда. И лежать на нем. И лежать, отдыхать. Так. Ложись на спину. Садишься на него верхом, вот отсюда. На колени садишься, не это точно как. На колени. Из этой позиции начинаем бороться. Ложись. Отсюда. Или удержание на стол, да. Где мне шума? И садись, потому что там. Внимание! Минута! Боремся! А с рекламе? Раз. Ушел Такеда. Руки от себя толкает. Пошел, вытащи ногу. Сейчас будет душить Андрюха. Вот. Вот. А вот интересно, какой душающий можешь ли сделать? Отсюда брать и отсюда. Вот не знаю.
Сверху ноги, переходи Андрея на другую сторону. Вот сейчас ногами держи его. Матвей, стойку. Ой, не стойку. Заправились. И на свое место. Приготовьтесь опять так. Меняемся местами? Да, вы можете местами поменять. Ты на место Дениса, а Дениса место. Да. Вы меняете. Ударится? Нет. Чтобы не мешал ногти. Стой, что? Аккуратно. Все, все поделало. Внимание. Кто? Все встали, кроме вас. Все встали. Все остальные встали. Смотрим на меня. Посмотрите движение. Да, вот сейчас. Как будет Женя делать удержание? Он захватит ноги. Правильно? Он захватит ноги. Андрюха, чтобы он ноги не захватил, посмотри на меня. Если так будешь держать, то тебя захватит. Или одну ногу, или две ноги. Что нужно делать? Выпрями. Можно вверх поднять сюда. И потом ты ложишься на бок, и потом на удержание. Еще раз. И так держать ноги согнутые. Выпрями. Вместе поставь. Лечь на бочок. И одна ножка прошла. И все. Внимание. Джек! Стой, дам. Поменяйся. На спину. Сразу на спину за болевой делай. Сразу ложись на спину за таски, выйдя на болевой. Андрюха, на спину, ногами вперед. На спину ногами вперед. Я не говорю ход и говорю не ход, но если бы был ход язык, я бы не делал. Матэ, поменялись? Дан ложится, Андрей ложится, Ваня сверху. Женя сверху, вы только меняете. Готовы? Хаджи. Отсюда. Если есть возможность, сразу есть правильные люди. Если есть ситуация, сразу получает два этих эмбалла. Раз, два, ответьте, пожалуйста. Начинаешь работать, постарайся уйти в бок. Уйти в бок, когда намного больше шансов. Видишь? Двумя ногами хорошо, значит надо... Я всем покажу. Хорошо. Матэ? Андрюха на живот. Дан на живот. Андрей на живот. Макс на живот. Эй! Кто? Отсюда. Да, на живот. Посмотрите на какое задание. На живот. Лицом ко мне. Лицом туда, в камеру. Андрюшенька, на животик, лицом в камеру. Значит, еще раз. Я ставлю обычно так. Вот Макс сильнее, Денис чуть слабее. Значит, того, кто слабее, ставлю сверху. То есть я его не ставлю сверху. Смысла нет. Он. Что дальше? Две вещи есть. Можно выиграть, а можно не проиграть. Слово такое. Не проиграть. Что нужно делать? Вот что бы я вместо Дениса? Во-первых, я бы его не душил, ничего. Я постарался бы не дать ему переворачиваться. Все время сверху прижать, руки изнутри выключить. Если вдруг Макс начал переворачиваться, вот тогда бы я шел в сторону и постарался сделать удержание.
А если вы начнете там что-то переворачивать, этот, ему легче будет уйти, и у вас минута есть. Да, должен выиграть, Андрей должен выиграть. Ложись. Вы оба, здесь оба. Значит, Денис должен не проиграть, вы нормально, Ваня не проиграет, Николай не проиграет. А вот те, которые даже хотели решать, обязаны выиграть. Внимание, минута. Джек! Куда руки вверх? Вы смотри. Вот, вот! Стороны головы держать. Не расслабляйся, уйдет. На живот давить. На лицо закрывать и на живот. Опять сверху. Оп. Руки не суй. Руки не суй изнутри. Ноги изнутри. Руки изнутри. Держать. Вот, вот. Пролетел уже. Руки оставил, блин. Так и держи. 15 секунд осталось. 14. 13. 12. 10. 9, 8, 7, 6, 5. Выиграл? А, притворился. Вот сейчас получи. А ты? Далее пошли вокруг ковра. Пошли вокруг ковра. Заправиться. Еще раз, если вы лежите на животе, руки здесь, то плохая позиция. Шея у вас открыта. Вы стараетесь что сделать? Чуть-чуть на бочок и рукой закрыть лицо вот здесь. Плечо поднять и здесь. Если что, запасить. Эту руку, Коленька, чуть-чуть пройди, я дальше. А, все, посиди, посиди. Устал. Все спят пол жизни, а он спит 90%. Я тоже. Тоже, да? Так, эй, больной. Потихоньку на карачках ты туда сел. Сюда. Ты что, болел что ли? Нет. Офигеть. Ну, нагрузка, ну не знаю. Ваня тоже садится. Раз, два, три, четыре, пять. Так было шесть. А, все. Все, моты заправились. Сейчас мельница. Мельница. Все делают по самбо, а Владимир делает по дзюдо. Умеешь делать мельницу, Мара? Да. Умеешь. Обычные... Под сюда делать, может. Под сюда, да? Хорошо, Андрей, ты идешь к нему. Вы вдвоем сюда, сюда. Yes, нет, Андрей, ты сюда, Андрюша, сюда. Вы сюда, да? Да, сюда. Вот сюда, чем-то. Сюда. Так, кто мельницу покажет? Так, Макс, ты заправься. Заправься. Я понимаю, конечно. Ты просто сильно пояс не затягиваешь. Так, да? Еще раз, когда делается мельница? В каких случаях? В какой ситуации? Когда такая возможность есть. А, когда есть возможность сделать мельницу. То есть человек делает через кудро, он делает через кудро, ты можешь делать мельницу. Хорошо, сейчас, нет, там нельзя садиться, если можно, вон туда, сядьте, Денис, туда. Сядьте на колени, а вы, ну сядьте. Дан, вот, пожалуйста, покажи. Значит, еще раз. Ручка. Отсюда. Нет. Значит, вот этот вариант для постановочного. То есть это типа показательное выступление. Делаю еще раз. Это для показательных выступлений. На соревнования не проходит. Есть другие варианты. Сейчас я скажу. Значит, первый вариант.
ты заходишь, даже чуть-чуть встать и потом сделать себе кувырок. Вот такое можешь сделать? Или нет? Так, кстати, с колен, да. Ну, еще раз. Но не делай, пока начни делать, я скажу, верни захват. Зашел, я остановился. Стоп, 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 стоп. Нет, отошел, отошел. Вот для того, чтобы встать, надо иметь опору. Значит, вот эта нога, которая идет сюда, она должна вот так стоять. Когда ты туда заходишь, раз, начинаешь вставать, тогда ты можешь сделать... Он должен смотреть вверх, да? Еще раз. Он должен смотреть вверх. Он? Да. Зачем? Ну так и бросают. А, правильно. Да. Когда ты зашел и хочешь встать, ты посмотри наверх, тогда легче будет вставать. Я обычно так не делал. Я что делал? Я был на соревновании, и я кто-то сделал мельницу. Я взял мельницу, вырезал по самому, и когда стал крутить, просто смотреть. Я думаю, как у него получилось, что он сделал с падением. Оказывается, мы насадимся на колени, делаем бросок, а он делает шаг, вторая нога сюда, и он встает именно за этой ноги. Так, есть другой вариант. То есть, вот, сделай еще с колен. Так, как я делаю? Да, как ты делаешь. Вот здесь, так, здесь надо четко руками тянуть. Мальчики, переодеваемся и готовимся. Мак, да. Вот это вот сними, пожалуйста. Нет, если хотите, покажу, что это. Покажи. Хорошо. А ты что, носу ковырял? Нет. Опки. Опки, да? Блин, больной рукой лупил по этому чучелу. Блин, я офигею. Это как у меня один больной пришел с этим. Артемку. Не могу, у меня же этот. На следующий день пришел, снял, посидел, пошел туда, начал бегать. Петр, ты забыл? Гарабика? Нет, вчера был Артем Кук у меня, там мальчик есть, 6-й класс. А, я говорю, Артема. Так, да. Вот теперь посмотри, что здесь не хватает? Здесь не хватает тяги у тебя. Я отойду в сторону. Я делал, но у меня базарей, фонов не было. У меня были в основном койки, и я уходил на лежание. Юки и койки. Что я делал? Ой, я даже в свою сторону не могу, возьми за пояс. Вот когда я подворачивался, я что делал? Я головой, упирался в живот. Живот упирал, вот я боюсь просто. Вот сюда упирался, в живот. Когда так притягивал, что он летел. Но обычно в базаре и фонов не было. Но мне главное перед юка и койка. Койки нет, юка сейчас это базарит. Но я переводил в парка. И до свидания. Покажи, Жень. Покажи, как ты делаешь. Сначала сделай потихонечку, не тихо, а потом муар. Мельник. Ну. Нет. Муар. Да. Муар. А, все, я понял. Значит, еще раз, Сэбу, показываешь ему пасану с захватом ноги. А потом, Андрюша, а потом мы возьмем переделываем. Все, внимание сюда. Макс, пожалуйста. Разминаться. Так, вы. Где рука? Ой, Андрюха, я держал. Еще раз, вот здесь руку нельзя. Он сразу уходит. Еще раз. Вот смотри. Вытащи руку. Видишь, я ее держу. Вот как нужно держать. Вот. Вот. Прижал, а потом отсюда. Лучше еще. Вот отсюда. Все. Три раза три. Он делает, и ты делаешь. Смотри, давай. Давай. Все, пусть он это делает. Вы разбираетесь, вы это не делаете. Дистанция! Ой, готовься. Можно?
Все, пошли. Нет, вот есть еще. Что, разогревайся, давай. Есть еще вот такой. Давай. Допустим, я делаю умножаю. Я иду. Да, да, да. Сколько баллов? Ну, как он падает? Ну, на спину 4 балла. Сейчас 4. Если на бок, 2. Если на живот, 1. Сейчас 4. Он прокатился. Все? Пошли. Так, два раза один, два раза другой. Два раза один, два раза другой. Сейчас вы поняли. Я просто не делаю, я пока не чувствую. Вот, кстати, вот так проиграл. Сейчас тебе скажу, кто проиграл. Что проиграл вообще? Пошли, пошли. Через плечо! Пошел. Два раза ты, два раза он. Два раза ты, два раза он. Пошли, пошли. Показывай. Что? Так, что ты здесь сидишь? Что? Что, Фуфа? А почему? Ой, я тебе давай сюда, ко мне. Показывай. Смотри, так, чтобы ты видел. Видел, техника безопасности. Пошли, два раза уну, два раза до. Что стоит? Смотрите, как он. Подойдите, посмотрите и делайте. Покажи это. Ну, чем у меня? Так, здесь, что здесь? Собаку зарали на месте, что, в стенке бьешь? А что делаешь? Куда? На куда? Скажите. Астрашовка. Спин стоит. Болит? На место стоит. Я давно падаю. Ты просто по пикорде за сейчас. Болит? Я не вижу, сейчас я буду узнавать. Чё вы сидите? Ты меня делаешь? Так, ты где ты это ударил? Где ты это сказал? Ты здесь лежал? Ты подошла? Или на улице? Меня больше ты говоришь? Давай, Макс, работай! Он устал. Он устал? Да. Да? Или ты устал? О. Ты устал? Да. Устал, да? Ваня, Ваня, Ванюша, подойди к Максу, устал, к Денису. Денис, аккуратненько. Помнишь, мы с тобой говорили? Меня не волнует. Ты приходишь на тренировку здоровье. Ну и помнишь, мне правда пошли. На чем же ты? День города. Подскользнулся, упал. А что где? Пиво пил. И на корочке от бананов подскользнулся. Наши чемпионы. Может, упасть, да, если станет на корочке от бананов. Я офигею. Работает. Вот, знаешь, что сделаем? Делаем! Что стоит? Я не знаю, что это.
Да. Я спать, я не говорю. Хорошо, бывает. Как тяжело. Что вы здороваете? Вы? Курите? Поклониться надо! Молодец! А ты что, Петя, руку тянешь? Ты дедушке поклониться надо! Вот так, руку, это вон тебе эти протянут. А сейчас, замуж не стоит, вдруг инфекция, еще что-то. Ну, ну, ну.